Здрасте! Играем сегодня Layers of Fear 2. Это ужастик, блядь. Что выбрать? А, сохранялку, типа. Было едва видно. Нифига, не буду. Едва видно делать. Вы чё, я сука, бояться. Так, ладно, качество высокое. Все типа, хорошо, поехали. Безопасный. И станут говорить, так, здесь есть монстры. Самое главное, мы узнали. Так, это что такое? Это что, картинка загрузки, что ли, такая косая? Так, нажимаем любую клавишу. О! Говорит, сразу без предисловий, сука, бойся, говорит, видал, где ты тусуешь. Назад не уйти. Стенки все ободранные. Краска. Так. Что делаете? Чук-чук-чук. Вода льется откуда-то. Бля, вы меня сейчас пугать будете. Ну это логично ожидать такого в игре, которая ужастик. Так, нихера ничего не открывается, да? Инвентарь нет. Камера какая у меня быстрая. Сейчас напугайте. Так, это я, видимо, на корабле тусую каком-то прогулочном. Вон, что-то светится. Да? Ну, я это предполагаю от воды. О, верни. Блядь, перенести. Нет, мне не нравится такое. Ну, давай. Блин. Как так это открывается? Дверь не в ту сторону нажал. Давай. Хоба. Я давно в ужастики не играл. Сразу скажу. Как жаль. О, почти получилось. Мальчику голову сняли. С плеч. А голову ты дома не забыл? Так, что это? Анмурин. Акт. Акт 1, что ли, это написано? Херня. Не спи. Ты сыграешь свою роль, ты не будешь спать, да? Сон – жалкое оправдание. Как и ты. Все приготовления сделаны твоей игрушкой наверху. Какие еще игрушки? А, вот отсюда звук идет, да? Время не ждет даже актеров. Блядь. Так что не трать наши с тобой минуты. Какие минуты? Играй. Проверка. Раз, два, три. И чё? Все? Докрутился? А, он сам крутит теперь, прикинь. Подожди, что за нахер херню-то подобрал вот эту? Чемодан. О, метроном. Это чтоб, сука, не скучно было, да? О чем игра? Создание персонажа. Собрать воедино воспоминания, грезы и страхи. Подготовиться к главной роли. Так, я же говорю, мы на корабле. Что-то как-то все однообразненько. Так, телеграмма. А, еще и без перевода, да? А, нет, перевод. Надеюсь, все хорошо, не забывай, о чем мы говорили. Сосредоточен на том, что умеешь лучше всего. Ступай в свое особое место, найди в себе мотивацию, создай персонажа. Поверен, этого стоит, я тебе буду писать счастливый пути. Твой друг и агент. Хорошо. О, что тут? А, повернуть надо. Блять. Сон. Что сон? Кохинур. Бля. А, сюда слайды какие-то вставляют, да? Чик. Так, слайдов у нас нет. А, или есть он. Корабль какой-то. Так, можно выходить. Блин, дверь открывается. Так, это у нас. Всякие штучки вертеть можно, главное, зачем-то. Непонятное. Ага. Так, мы все здесь повключаем.
Зачем-то. Так, гардероб. Пошли наверх, слазим. Какие-то штуки. Блять, это чё игра? О, закатище какой. А чё-то я в окошко смотрел, нихера не так было. Ну. А подожди, чё там? А, приблизить можно. А чё можно приблизить? Чё там разглядеть-то? Вода как вода. Он что-то там. Луна. На краешке. Ладно, пофигу. Рубу какую-то зачем-то распяли. Так, это что у нас? Чик. А, гард. О, кинотеатр целый. А, нет, не кинотеатр, тут это гримерная какая-то. Что? Создание персонажа, подготовка, исследовать. Кто я? Где я? Ну, кто я? Валерьяныч я? Где я? Блин, на корабле. Видимо. Ну, все за это топит, что типа мы не на корабле. Так, чё? Что? Сюда. Блять. Я же взял. А, о. Не умею пользоваться просто этим аппаратиком. Однажды наступает пора, одному сыграть множество ролей. Он наблюдает за другими, а другие за ним. Должен соответствовать. Ой. За достоинством пройти сквозь несуществующие миры. Угу. Он надевает маски и приспосабливается к ним. Каждая маска – отдельный персонаж, каждый персонаж – новый слой. Один слой накладывается на другой, вместе они зовут его… А, ну вот «Слои страха» игра называется же. Он должен создать персонаж, который суждено сыграть. Или окончательно потерять себя. Вы что там показываете? Типа напугать меня хотите, что ли? Он погружен в пучину. Загнан в угол жизнями, которые не проживал. Шмальнули в кого-то. Но он не сломлен. Да? Ну ладно. И стоит на сцене, где каждый должен сыграть свою роль. Ну подожди, вы сейчас жути нагоняете, пытаетесь. То есть нифига, кстати, не работает. Загадками что-то бухтит. Его роль печальна. Sad one, говорит. Все. Опять показывают эту мне надпись за каким-то хером. А мне туда не надо заходить? Нет, не надо. Ладно, показали мне этот, как его, мультик какой-то. Фильмы заново смотреть не будем. Все, про роль бухтят. Ладно, выходим. Эй! Эй! Это как... Блять. Не туда куда-то меня выпустили. Глубоковажаемый путешественник, по распоряжению режиссера, всем пассажирам и членам экипажа вас причем вход в данный отсек корабля. Желаем вам приятного дня. Карус Трансатлантик. Так. Вот в эту, что ли, часть? Ну и ладно. Хоп. Дверь заперта. Нифига себе. И никого нет, да, в этом? О, ковчег, ёпта. Изрисовали еще картину-то. Дети, что ли? Ой, блядь! Сука! Ну так. Треснул аж Харри. Там мальчик с каким-то диким взглядом. Блядь. Да не. Хотел сказать, не страшно. Ну, чуть-чуть страшно было. Как? Как не то, что страшно.
Ой, звуки моря. Надо, не получилось сыграть. Вот у нас дверка. И что этот... А, тут мальчика без головы показали, когда голову сняли. Это он, что ли? Так, сохранились. Я сейчас опять что-нибудь страшненькое пропущу, как обычно ведь. Ну. Так, закрыто. Ова! О, нифига себе, красота какая. Сейчас давай дернем тут вон эту херню. Ой, человечек какой-то. Радио! Не, давай включим обратно. Не пусть играет. Listen. Слушай, когда будешь там, просто делай свое дело. Отправляйся на съемки, создай для него персонажа. Для кого? Что это имеет значение, да? Так, расколотый человечек какой-то. Ладно, хорошо. Так. Я так понимаю, всяких человечков я могу мимо пройти, ничего не подобрать. И что это, на что это повлияет, интересно. Так, вошли, в общем. Вон луна это. Или солнце это. Луна, скорее всего. А, нет, солнце, наверное. Чё? Не, небо не движется, оно чуть-чуть колыхается, типа создавая вроде иллюзию движения, и все, вроде как. Корабль старенький, то есть это ни хрена не современное время. А. Оп. Так, заходим в какие-то мрачные, блин, помещения. А вот уже не мрачные, это мы в холл вышли какой-то. А, дижонка. А нахер вы сохраняете так часто? В игре, когда говорят, будут монстры, и сохранение автоматически, и когда происходит сохранение, начинаешь, блядь, нервничать немножечко. Куда идем? Пока это симулятор ходьбы какой-то. Мальчика показали страшненького один раз. О, рычаг дергать можно. So long, лузеры, поехал я, блядь, почему-то в катакомбы. Ой. В рабочее отделение. О, вот тебе, говорит. Поехали все равно дальше. Плевать мне. Поломаться успела херня, главное. Вот что-то еще валяется. О-о-о. Стингвишер. Ай, сука, чё там шумит? Свисток. Всех пассажиров третьего класса прошу сюда. На этот раз проверили нижние палубы. Богом клянусь, если опять найдем зайцев, плавать нам больше не придется. Блеб, байки какие-то. Каждый предмет что-то рассказывает. Но это сразу подводит меня к той. Подводит к той информации, что, сука, тут зайцы какие-то есть. Бля. Заперто. Грязный вилюминатор. Что-то скрипит. Опять этот корабль изрисован. Везде одинаково, главное. О, не сюда, видимо. Рычаг покрутить. Или сюда. Давай сначала сюда сходим. Эй, тут это так. А, это какой-то третьего класса, да, типа. Чего вы меня пугаете, блядь? Мужчины и женщины тут жили.
Вторые можно спать. Да, комнатушка такая, конечно, небольшая. Так, что здесь? Верхняя часть страницы оторвана. Этот режиссер первым решил снять свою новую картину на борту океанского лайнера, следующий через Атлантику. Ага. Детали сюжета держатся в тайне, однако надежные источники утверждают, что главную роль исполнит... Имя вычеркнуто, да? Вероятно, логичный выбор, учитывая блестящую карьеру, множество признанных критиками и ралли. Похоже, недавно тревожные слухи о личной жизни этой знаменитости режиссера не смутили. Это, наверное, про меня пишут, то есть... И об этом читает чувак, который живет в каюте третьего класса. Или я режиссер? Нет, мне говорят наоборот, играю роль, типа... Значит, я, наверное, не режиссер. Предположительно, хотел сказать, блядь. Так. Так. Сохранялка опять врубилась. Заперто. Пока линейный какой-то коридор. Ну, от службы безопасности, начальник службы безопасности. На следующей неделе вступает в силу новый протокол. Вы несете личную ответственность перед компанией за их осуществление. Все охранники должны быть подготовлены к подробному инструктажу. Как вам известно, нежелательные лица уже были замечены на борту этого судна. Мы должны сделать все, чтобы этого не повторилось. Иными словами, проезд без билета недопустим. Чик. Чик. О, приседайте можно. Для того, чтобы прятаться, что ли? Так, у нас здесь есть... Хоба, ключ. Крутись. Great way to travel. А где они путешествуют? Что-то... Англия, Америка, Южная Америка, Африка, да? Ну ладно, берем ключик. От чего это ключик? Не написано. Нихера на бирке ничего не написано. Ладно, взяли. Пушечка стоит. Что там уперся? Ну, видимо, сюда. Угу. Ой, здесь нас учат присаживаться. А что у вас здесь случилось с кораблем, что все, вода течет, блядь, пар. Нет, вода просто течет. Почему я один? Где пассажиры? Что за у вас тут? Хера себе. Ключ. Лично мы с ним не встречалась, мало кому это доводилось. Вот откуда взялись все эти слухи, что он урод, калека, вся эта чушь. Палку возьми, а, пожалуйста. Отбиваться от кого-нибудь, блядь, заряды не взял. Ну. Чё вы снимаете здесь? Накидали... Висчей. Ой, что-то произошло. Я опять ничего не заметил. Дверь, что ли, закрылась. Так, мы зашли в радиорубку. О, здесь красный чемоданчик. Чук, молоточек давай возьмем хотя бы. А, блядь. Что такое беспомощный? Так, что он сейчас будет орать? Сейчас будет орать. Mayday, Mayday, да? Белый шум. Что на наушниках написано-то? 150 ом, что ли? А, надо назвать. Блять. Название Redhead. Ага. Че, блять? Нет, как там? Или... Блять, я не пойду отсюда, сука. Там что-то меня пугает. Собрались, по-моему, за углом, за дверью, блять! Не пойду! Чё там? Что надо? Вы кто? О, где это я опять? Так, понял. Я лучше сюда зайду нахер. Ну вас, в жопу, блин. О!
А как это? О, ни хрена себе, только что проход здесь был. Что за чушь? Что за пертурбации волшебные? Так, опять сейчас что-то в харю мне скажет. Нет? А что это такое еще? Made in USA. Еще главное забрал почему-то. Нахер? Блять, нахер тебе эта карточка? Эй! Че ты? Вот. А эту задвинь обратно. Так, здесь у нас нихера нет. Фу-ху-ху. Ладно. Еще раз пробуем. Заходим сюда. Хоба, и здесь опять. Бля. Проход же был только что. Ужас, что здесь творится. Чемодан. О, писулька опять какая-то. Чик. Грандиозное выступление, добросовестная актерская игра, занятие страшное. Нужна невероятная храбрость, чтобы отринуть собственное самосознание и не просто воссоздать персонаж, а стать им. Не каждый обладает таким мужеством. Однако такое встречается. Вчера мне довелось лично наблюдать это явление в театре Маджести. Как известно, моим постоянным читателям слов я на ветер не бросаю, а удовлетворить мой изыскательный вкус непросто. И тем не менее, исполнитель главной роли в той пьесе лишил меня дара речи. Игра... такого-то чувака, поражалась своим бесстрашным, была без привлечения превосходной. Человек на сцене будто исчез в моих глазах, уступил место своему персонажу. Страница оторвана. Так. Сигарет набросали мне. В общем, по дополнительным местам нужно ходить, чтобы... Чё ты, блядь? То, говорит, входи, то не входи. Сука. Не пускают. Хоба. Бесконечный какой-то корабль. Это мы что, куда? На кухню приперлись. В кают-компанию. Не. Не знаете, что не нравится? Мне нравится, когда говорят, что монстеры. Блять, сука, что это? Натурально монстеры, что ли? Бля. Просто это идеальное место встретиться с монстером. Вот тут вокруг столов бегать. Ой, бегать можно. Сука, это очень плохая информация. Ну, в смысле, хорошая. Но говорит она о том, что придется, сука, бегать от кого-то. Кто, блядь? На дверь закроем. Эй! Блядь, сука, звук был. Кто носится? О, дымочек херачит. Откуда-то. Так, книжечки. Да что эту кувшин уронил нафиг. Репутация у него специфическая, как это хмыря показывают. Как только актеров не мучают, прежде чем выпустить на площадку. Вроде это какой-то новый способ проработки персонажа. Как по мне, претензионно чушь, смирись. Go with it. Guy doesn't take no for an answer. Отказов не принимает. Ладно, опять дым идет. О чем игра-то? Бля. О! Это я только что ронял. Что-то похожее место. Ну, чуть-чуть другое. Он слегка того, подумаешь, не манурено, он ведь режиссер. О, сломанная херня. Что он такого может сделать? Бьет тебя? Ну, видимо, может, да. Видимо. К этому и ведут. Так, ну вообще, уже какая-то это... Мистицизм уже какой-то начинается. Ходишь по каким-то... О, с другой стороны зашел. Сейчас упадет эта херня. А продолжение ролика вышло на Дзене еще неделю назад. Ссылка в комментариях. Пока-пока.